Поздравления с 20-летним юбилеем принимает коллектив республиканского детско-художественно-литературного журнала «Мамитакия» «Дуванчик», печатающегося на ногайском языке. За эти годы журнал стал любимым изданием не только детей, но и взрослых. Алла Динаева подробнее. Журнал очень любим не только среди детей, но и среди старшего поколения. Журнал читают все ногайцы, проживающие в России. Сейчас, благодаря интернету, читают журнал и за пределами России. И я считаю, что с каждым годом журнал все лучше и лучше становится, как содержание, так его и оформление. И желаю, чтобы много лет он существовал, процветал и радовал нас с каждым своим номером. Какую популярность и, главное, любовь читателя детский журнал «Мамитакей» имеет сегодня. Издание помогает прививать любовь к родине, природе, узнавать лучшие традиции, обычаи, этнос, народное творчество. А также в журнале публикуются стихи, рисунки, рассказы детей. Этот журнал создавался при поддержке и помощи нашего многоуважаемого Джанибек Юнусовича Суюнова. Он поддержал, было подготовлено все документы, и на заседании Президиума Народного собрания парламента было принято постановление. Огромное значение имеет воспитание подрастающего поколения и имеет большое значение для развития нашей детской культуры. Основателем и первым главным редактором детского журнала «Мамитакей» был народный поэт Карачаево-Черкесии Аскербей Суюнович Киреев. И когда Аскербей Суюнович решил идти на отдых, заслуженный отдых, он подобрал, нашел Найманова Асана. Аскербей Киреев не ошибся в подборе его. Он, Асан Найманов, продолжает дело, начатое Аскербеем Суюновичем. И по сей день журнал является одним из лучших детских журналов. С праздником! Спасибо. Всем перейдем. Всех поздравляю. И с 2009 года издание возглавляет журналист и поэт Асан Найманов, который всей душой предан своей работе. У меня в руках первый номер республиканского литературно-художественного журнала для детей «Мамитакей», который вышел благодаря усилиям народного поэта Карачаево-Черкесской республики Аскербея Суюновича Киреева. Хотелось бы выразить слова благодарности тем людям, которые стояли у истоков создания первого детского журнала для детей на ногайском языке Карачаево-Черкесской республики. «Мамитакей» объединяет вокруг себя творческих ребят, победителей олимпиад, и каждый год проводятся конкурсы, помогающие выявлять талантливых детей. А у команды, создающей журнал, много новых задумок и проектов. Алла Динаева, Светлана Кукова, Расул Бердиев, «Вести», Карачаево-Черкесия.